Настоятельно рекомендую заглянуть на игровой канал Кемерово Фейл. У ребят много контента по самым различным играм, начиная от суровых выживалок типа Арк и заканчивая хоррорами, космическими симуляторами и простенькими игрушками прошлых лет. Регулярные стримы, обзоры новинок, много ржачных смонтированных нарезочек. Основная особенность – это постоянные нелепые фейлы. Это не задроты, это настоящие пофигисты. Всегда все весело и позитивненько. Заходи, подписывайся, уверен, не пожалеешь. Кстати, они стримят прямо сейчас. Всем привет, ребята, с вами Лего. Я так понимаю, что моя идея с рубрикой Лего Читер провалилась, и вам она не понравилась, да? Ну, я тогда продолжаю играть с дома, со своего аккаунта, где я фармил сам, 30-го левела на стриме, как вы сами помните. Можете зайти сравнить, в принципе, все то же самое, что и было до этого. То есть ничего здесь, никакого подвоха нету. Это все мое, что и было. Поэтому я думаю, что мы прямо сейчас отправимся рейдить соседов. Мы возьмем обычный топорик. Ну, штук 5-6 может быть, да. Дерево, камень, листики, шмистики. Поехали. Дерево, камень. А, мы возьмем, во-первых... А, он у меня есть. Блин, тут же слева направо, все наоборот. Дерево, камень... Листики, шмистики. Осталось камень забрать. Поехали. Делаем, наверное, раз, два, три, четыре. На всякий случай 5 топоров сделали. Теперь камни обратно закинули. Здесь обратно закинули, 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 все положили. Там по-любому нам нужно будет рейдить при помощи хорошего топорика. Давайте посмотрим. Так, руда... Дерево обработанное и изолента. Поехали. Искать. Я уже забыл, где у меня все находится. Руда. Так. Дерево обработанное. Изолента. Изолента у меня валяется где-то вот здесь. Вот нет. Вот здесь вот да. Итак, изоленты мало. Сейчас еще и на рейдеров. Раз. Два. Три. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Я надеюсь, что в этом плане у нас будет все... хорошечно, и мы все это дело так быстро не просрем. Так, это сюда. Блин, жалко, что у меня эти пропадают очень сильно. Изолента. Одна изолента осталась, пацаны. Я не думаю, что мы окупимся. А мы по-любому не окупимся. Как быть-то? Это сюда берем. Что у нас здесь есть? По топорику мы это сделаем. А что у нас с оружкой-то? А как мы будем воеватеньки? Воеватеньки, мы как будем? Я, по идее, оставил у первого соседа, да, чуть-чуть. С кулака, что ли, будем сандаливать? С кулака будем сандаливать. Кстати, на следующем ролике я замучу у вас, замучу вам уникальное оружие. Пока я возьму тактическое мачете на всякий случай и поехали. Тактическое мачете есть, поехали. Там у меня броник, там у меня, в общем-то, все дело. И 5 этих, как его, ящиков, которые я открою в следующем ролике. Мы рейдили, по идее, элемента. Сейчас мы пойдем, наверное, к патриоту. Давайте заглянем к патриоту и посмотрим, что мы у него можем найти. По идее, я иду на свой страх и риск, потому что у меня только тактический мачете и 7 этих, как его, 7 бинтов. У меня много топоров, вот эти топоры, главное, снизу не просрать. Если я их просру, у меня будет гореть, потому что на стриме я все это фармил часа 3, по идее. Но думаю, что все будет у нас хорошо и все будет у нас нормально. 30-й левел. Поехали. Лутаем у него здесь, в мусорке. Посмотрим, что у него есть. И нам обязательно нужно... В общем, у него пусто. Я же, конечно же, мистер скриншот. Я не забываю этого делать. Смотрим, что у него здесь есть. Так, корни, которые мы сможем посадить. Но что-то их не так много. Дальше что? Дальше мы закидываем пока с обычных топоров. А, здесь два дома будет. Интересно очень. Мясо заберу, если вдруг чё, кого. Дальше, где мы здесь можем пройти? Здесь уже опасненько. Ну, как говорится, начинаем. Так, ты же дальше продолжаешь этим топором лупить? Да. Подожди-ка. Вот так вот давай сделаем. А он сейчас все равно сломает. Отлично. Дальше поехали. Так. 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 Инструмент сломан, и я следующий начал. Ну ладно, не страшно. Так.
так и так. Итого у меня получается вот так вот. Смотрим, что у нас здесь. О, бинты — это хорошо. Ой, бинты, говорю, эти изолента. Изолента — это хорошо. Это оккупейшн, это тоже оккупейшн. Дальше поехали. Поставлю вот эту. Раз. Два сломалось. Так. 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 И так. Сломалось. Вот это не есть хорошо, что сломалось. Открылось. Отлично. Так, маленький ящик. Здесь у нас гаечный ключ. Так, ну здесь я пока не вижу такого интересного лута, который бы мне хотелось забрать. Здесь я заберу так, здесь заберу так. Гвозди обязательно заберу, еду пока сюда. И в печке давай обязательно пойдем. Слушай, я обычными топорами на самом деле пролез. Прикиньте. Я просто пролез обычными топорами. И это ведь хорошо, я могу вам сказать. Я считаю, что это очень хорошо. И руду я купил. Здесь я, в принципе, дозаберу. Печки я забрал. Здесь еще один дом остался. Но он будет, как я понимаю, более крутой. Так, если мы пойдем отсюда через ход, ну давай зайдем. Почему бы и нет? У нас что тут? У нас нормально тут пока все. Мы не зайдем туда, да? Или зайдем? Хорошо! Пегаль. О-о-о-о. Тактический этот. Все понял. Здесь у нас что? Часть двигателя. Резина. Хорошо. Сюда поехали. Здесь уже хороший топор нужно будет использовать. Что-то я там лишка взял, походу. Отлично. Итого я сохранил топоры. У меня есть еще береты. Вуден обязательно забираем. Батарейки пока ставим. И что у нас здесь еще будет? Так, аптечка, бинты забираем. Это в быстрый слот сюда. Кстати, что у нас за оружие будет? Отлично, кукри. 12 ананасиков. Да куда ты бьешь-то, ё-моё! Истратил одну. О-о-о, одеваемся. Как хорошо, что я сюда пришел. Вот, в принципе, такой вот, ребят, лут у второго соседа. Сейчас по максималочке все относим домой. И вот это мне нужно оружие сейчас. Очень сильно мне нужно оружие. Сюда мы за движком еще вернемся. Самое главное, что у нас есть броня для следующего ролика. И самое интересное, что мы зарейдили соседа. Погнали домой. Сейчас все будем складывать. Так. Идем домой, бежим. Кстати, а вы слышали, что в этой игре Jurassic Survival добавят скоро нового динозавра, вожака, и потом добавят еще новое событие с перевернутым этим, как его, микроавтобусом или автобусом, что-то наподобие. И там-то будет у нас интересные штуки. Я к нему сейчас буду готовиться, потому что, мне кажется, там будет все очень дорого стоить в плане прохождения. Поэтому я советую самому себе тоже подготовиться и все это дело как бы поставить, ну, в немного лучшую сторону в плане брони, оружия и так далее. Потому что мне здесь пока не очень нравится. У меня ресурсов очень мало, но зато они добыты как бы своим трудом. Поэтому здесь нужно будет все это дело аккуратно делать. Так, самое интересное, что ящиков у нас сейчас не хватает, поэтому мы, наверное, куда все скинем-то? Ящики нужно было там забрать. Нам нужен целый ящик сделать под этот, как его? Поехали. Нам нужно сделать ящик-сундук, веревки и эти, как его, веревки. Кстати, сейчас мы скинем, сейчас мы сделаем красиво. Вот это возьмем и вот это. Закинем вот в этот стол. Сюда закидываем. И сюда закидываем. Это забираем. Это сюда. Все, здесь дело пошло. Далее что у нас? Здесь у нас хорошечно. Вот так идет. Забираем. Стакаем. Дальше стакать я пока не могу. Три камня заберу. Камни я еще заберу. И тогда мы, знаете, что с вами сделаем? Мы апгрейдим пол. Здесь апгрейдим, здесь по периметру апгрейдим, чтобы у нас не было проблем никаких.
Так. Апгрейдили. И теперь нам нужно сделать сундук. Не хватает веревки. Веревки снизу, по-моему. Веревки забираем. Хотя у меня веревок вообще мало осталось. Сундук создаем. Сундук ставим. Ставим его сюда, на входе. И здесь у нас на входе будет тупо оружка. Вот так вот, чик-чик. И топоры, естественно. Все, по идее, все здесь более-менее норм. Сюда закидываем вот эту штуку. Кстати, можно еще топор. А у меня, по-моему, по этим не хватит, по доскам или хватит. Ну-ка, давай попробуем апгрейдиться. Я уже думаю просто все хотя бы в деревянные стены закинуться. Все, нормально. Деревянный пол хотя бы. Уже лучше. Уже получше пошло дело. Сюда я закидываю вот эту штуку. Сюда закидываю вот эту штуку и вот эту. С веревками, конечно, проблемы. Пока веревки сюда закину. Вот это, кстати, посадить надо. Все, поехали сажать. С инкубатором пока тишина. Ничего страшного. Ананасы забираем. Здесь пошло все дальше расти. Все, хорошо. Ну и, в общем-то, что? К следующей серии мы подготовим заход на этого. Как его? Кстати, у меня же вот же, где ящик с оружием было. Тогда топоры, вот это кукри-шмукри, вот сюда. Сюда. Вот так вот. А топоры тогда туда на вход. Возьмем дубину. Вот это пока сюда заберем. Все, вот это здесь оставим. Ананас тоже здесь оставим под выход. По руде у нас, что сейчас тут замутим. И по ананасу. Ананас и руду сюда пока закинем, да. Все, отлично. Ну что, ребят, с вами был Лего. Не забывайте подписываться на канал. Ждем, получается, обновку. Потом в следующем ролике я пока потихоньку буду проходить. И пройдем в следующем ролике третьего соседа и посмотрим, что там будет. С вами был Легац. Всем пока-пока.